Город ровных возможностей. У Слуцку реализуется проект по включению громадства у активную коммуникацию с детьми, которые имеют особенности развития. У центра коррекционно развивающего навучания и реабилитации створяют умовы для социализации и адаптации детей с физическими и психологическими порушениями. До этого процесса долучаются не только батьков, а и простых жихаров города. Идеи центра подтримливают волонтеры отряда «Ровесник», и они помогают выхованцам засвоить социально-бытовые навыки. Мы делаем блинчики, да. Они очень активно нам помогают. Они большие, очень молодцы. Все делают практически самостоятельно. Вот. Ну, разные проводятся мероприятия. Где-то мы танцуем с ними вместе, да, поем. Где-то поем с ними вместе. Вот сегодня выпекаем, например, разные мероприятия. Сотрудники нашего учреждения формировали толерантность к особым людям не только в образовательном пространстве, это у детей, у родителей, у педагогов, а также у местного сообщества. Мы контактировали с предприятиями. Наши дети часто посещают магазины и почту. Они умеют самостоятельно уже положить денежку себе на сотовый. Они активно пользуются сотовыми телефонами, активно разговаривают и с друзьями, и с родителями. За поспеховую реализацию проекта по выниках минулого года центр признан лепшей установой специальной эдукации Минской области.